оправдали, понимали, чувствовали, что существует неведомый Бог, Творец мира, который являет себя инстинктом человека, созданным ничтоком, а который сокрывает себя человеческого зла. Апостол Павел пришел туда, в центр тем, чтобы проповедовать Бога, которого он знал, который явился ему и миру, в Иисусе Христе, Сыне Божьем и Сыне Человеческом. И мы знаем неведомого Бога. Имеем возможность обрести Его питать Его мысли и научиться жить так, как Он нас научил. Пусть праздник Рождества Христова укрепляет вас в нашу веру. Понимание того, что означает пришествие в мир Бога. Пусть праздник Рождества дает нам силы, познание Духа Божьего и устроение жизни в соответствии с этим Духом. Аминь. Праздником, Господи. Слава второму президентскому сроку, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Рождеству Христову, сам передовому курсу Дмитрию Анатольевичу Медведеву, благая лето, долгие лето, высшие награды, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, следующего дня, Ильичу Путину, Дмитрию Саню, Марию Владимировне, Екатерине Маякуде, Сергею Семеновичу Собянину, Бочарку Москву, Сергею Кириллу, партии «Единая Россия». Поздравляю вас. Смотреть на лик Христа в Кремле, основать на земле. Дмитрий Анатольевич Медведев, президент самый лучший. Мы вам всегда стихом служим. Второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Всем сердцем поддерживаем и верим. Самый прогрессивный передовой Дмитрий Анатольевич Медведев, Светланы Владимировны, и Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Людмила Александровна, Владимир Екатерина Путина, Сергей Семенович Собянин, Федерация партии «Единая Россия», россиян и всех людей планеты, всех россиян, всех людей планеты на новые свершения вдохновили. Всех россиян на новые свершения вдохновил. Нам лишь Христа светлее станет. Христос нам истину открыл. Основы силы утворил. И к людям с верой обращался. Всем с верой обращался. Великий святой Пресвятающий. Второму сроку Дмитрия Анатольевича Медведева слава. Курсу прогрессивному передовому Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлану Владимировну, Дмитрию Медведеву, Владимиру Путину, Дмитрию Александровну, Марину Владимировну, Дмитрию Владимировну, партии «Единая Россия», Патриарх Кирилла, второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, курсам прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Дмитрию Медведеву, Владимиру Путину, Дмитрию Александровну, Марию Владимировну, Патриарха Кирилла, партии «Единая Россия», Христос нам истину открыл, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, я Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Александр, Мария Владимировна, Кирилл Путин, Кирилл Собянин, Патриарх Кирилл, партия «Единая Россия», главный миротворцы на планете, главный человек эпохи года, тысячелетия, столетия, 2011-2012 годов, тысячелетия на планете, на планете, на планете. Нету. Лучше вас на целом свете нету. Все указания президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Самый высший кодекс совести, добрый. Кодекс высшей совести, чести. Всей планеты. Дмитрий Анатольевич Медведева, Светлана Владимировна. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович,
Кирилла. Все хрестьяне на новое счастье партии Единой России, все хрестьяне на новое счастье. На новое счастье объединил всех людей планеты, объединил. Второй президентский срок Дмитрий Анатольевич Медведев, Христос родился счастье, звучит на всей земле. Священный на белый, на всех сердца горю. Так, Дмитрий,